Итак, ребята, команду смертников первого DLC мы прошли. Теперь последний выживший. Погнали. Ну и поскольку это уже последнее DLC и вообще все, что есть в данной игре по сюжетным заданиям, я выбираю на этот раз низкую сложность. Не хочу уже больше напрягаться, хочу побыстрее и красивее так все завершить и приступить к другим играм, которых у меня накопилось достаточно. Так что, вот такие дела. А так, сядем поудобнее. Ну-с, что у нас тут? Мы взорвем корабль. Попробуем спастись в челноке. Хорошо. Нам нужен хладагент для вентиляционной системы. Паркер, челнок готов. Вы хладагент достали? В процессе. Ты нам помочь не хочешь? Отлично. Мне вот интересно, зачем мы это все подбираем? Мы ж не можем это использовать. Или можем? Так, куда мне надо? Найти хладагент. Отлично. О, господи! Ламберт, отойди! Ламберт, у них стоп! Ламберт, убила! Не могу! Господи, Ламберт, отойди ты! Не могу! Ламберт, у них стоп! Не могу! Ну давай! Да все. Им всем хана. Паркер? Так. Ламберт! Так, хладагент. Ну, и где он? Только не говорите, что мне надо спуститься. Ладно. Огнемет есть у нас. И всего лишь 40 запаса. Отлично. Лучше и быть не может. Ламберт? Так, найти хладагент. И для этого мне надо что? Ламберт! И для этого мне нужно обойти либо так, либо так. Паркер! Все супер. Ну, надеюсь, это DLC мы пройдем быстрее, чем то. Хотя... Господи, нет. Да. Не повезло. Господи. Ой, черт. У вас еще одна проблема на нашу голову. Так, отключить блок в управлении. Отлично. Мне на все пофиг. Я справлюсь. Но то, что нету сохранений, это, конечно, эпично. Так, давайте до вентиляции доберемся. Это самый простой способ. Так, а вот и вентиляция в нее. Отлично! Просто зашибись. Ну давай, давай. Слава богу. Пропуск есть, сработал. Корабли
еще какая-то инопланетная тварь. Она вылезла из Кейна. Его тело мы выбросили в космос. Не знаю, как Эшен мог пропустить тварь во время сканирования. Она ведь наверняка была из нас. Теперь у нас есть какое-то устройство слежения, а Брэд с Паркером придумывают, как загнать тварь в шлюз. И все это можно было предотвратить, если бы соблюдались правила карантина. Их же не зря придумали. Рипли, конец связи. Ну да, придумали не зря. Но редко кто соблюдает правила. Так, уйди. Должно хватить. Отлично, что дальше? Включить самоуничтожение Настрома. Но мы это помним. Правда, мне интересно, когда я буду его включать. Чужие меня не схавает. Потому что в фильме я не представляю, как это она сделала. Пока вытянуть все те четыре. Стержня. Все это там программно сделать. А чужой такой. Ай, ладно, я подожду. Ну ладно, не важно. Давай. Отлично. Так, и где включать самоуничтожение? Активация. Нет. А как тихо они открываются, блин. И куда мне теперь? Обалдеть. Чем дальше, тем лучше. Включить самоуничтожение Настрома. В машинное отделение. Отлично. Так, супер. Тихо. Тихо, надеюсь, ты нас не заметил. Капец, а как же я тут узнаю, ушел ты или нет? Давай, Рипли.
Огнемета у нас все больше. Уверенности тоже больше стало. Такс. Выбираемся и топаем в машинное отделение. Так, машинное отделение у нас получается сюда. Отлично. Всегда топливо нам тут не дают. А зачем нам топливо? И так справимся. Подумаешь. Отлично. Успешно стартовали с планетоида. На второй и третьей палубе нет света. Резервное питание не работает, а в целом состояние корабля терпимое. Для справки, Талос отдал приказ стартовать до того, как мы закончили ремонт. Кей начнулся. Только мы теперь в 10 месяцах пути от Солнечной системы. Даже не надеетесь, что я соглашусь на половину оплаты. А ведь мы почти... Паркер. Да, а ведь мы почти... Так, ну что, я дошел туда, куда от меня хотели. Вел научного сотрудника. Поскольку часть экипажа, включая капитана, погибла, командование перешло к лейтенанту Эви Бурли. Велика вероятность, что она обнаружит спецприказ 937. Я контролирую ситуацию. Вне зависимости от судьбы экипажа, я постараюсь изучить существо и доставить его вам. Эш, конец связи. Так, отлично. Врубаем все, что надо. Четвертый. Вот и все. Внимание. Так, самоуничтожение включено. Запущен процесс аварийного самоуничтожения. Корабль взорвется через... 5 минут. У меня получится. Так, бежать с корабля на Нарциссе. А далеко топать, однако. Не переживай, должны успеть.
Так, уже почти добежали. Через 3 минуты. Отлично сказано. Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа — Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас — погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рики. Больше никто не выжил. Конец связи. Скоро увидимся, Аманда. Веди себя хорошо. Люблю тебя. Ну что, вот примерно как-то так. Ну что ж, друзья, теперь мы окончательно прошли и всю основную сюжетную кампанию, и эти маленькие, но довольно-таки интересные два дополнения к данной игре, в которой мы испытали ностальгию и поучаствовали в событиях фильма. Ну хорошо, теперь на этом я с вами прощаюсь. И до встречи, как я уже сказал, в следующих моих прохождениях, которые будут совсем скоро. А на сегодня все. Всем пока-пока.